Расскажите, что испытал тренер, когда команда пропустила за 5 минут до конца? Да, неприятный, конечно, момент. Вот. Был уверен, что мы все-таки дотерпим. Вот. Но, к сожалению, так бывает. Не хватило сил и концентрации. Чувство, конечно, разочарование было. Но все-таки следствие молодости, такие ошибки в конце? Ну, не только, потому что здесь у нас большая игровая нагрузка легла на этих ребят. Сейчас уже играем через два на третью, практически уже третью неделю играем. Накопилась усталость уже. В целом, как команда смотрелась на протяжении всего матча? Первый тайм полностью владели инициативой, команда соперника отошла на свою половину. Забили быстрый мяч, все, игра была под контролем. Но, если честно, не хватило креативности в атаке, так как отсутствовали несколько игроков креативных наших, таких как Саенко, Коробкин, Шипилов, для вскрытия эшелонированной обороны. Ну, а второй тайм, надо отдать должность сопернику. Соперник перестроился, стал более агрессивнее играть. И было видно, что они посвежее. Отсутствие этих ребят связано с тем, что они задействованы с главной командой? Да, они с главной командой, тренируются с главной командой. Первый круг практически к финишу близок. Как вам тот ход, который набрала команда? Ожидали большего, лучшего? В игровом плане, в принципе, так и ожидали. Конечно же, очков не добрали много. Вот, к сожалению, с тем же Тамбовым, с этой игре, да и с Торпедо Волжским. Недовольны недобором очков. Скажем так, по игре не уступили ни в одной команд и смотрелись достаточно уверенно.